сразу прошу, поменяй голос, когда ты с Рузей разговариваешь, да, и не давай ей очень много, не придавай значения, что ты ей будешь. Ру, кто она тебе? Она твоя служанка. Ты так, между прочим, скажи, чтобы она скучно Марине, и не так не ори. Хорошо. Когда скучно человек, он так орать не будет. Он наше будет скучно Марине, скучно. Поняла? А дальше рам-па-бам. Еще раз сделай, пожалуйста. Между делом, кто-то ходит тут рядом. Ты, Рузя, мне не нужна сегодня. Отдохни. Сначала расскажи нам историю, а что тебе скучно-то? И вот длятся дни за днями, но улыбки это будет страшнее, а ты впрямую. Понимаешь, вот это плохо, и скажешь, что она все ноет, молодая красивая женщина. Давай, попробуй. Как-то длительно и вяло, дни за днем не длятся, пусто, глупо так, бесплотно. Улыбнись. Целый сон князей и графов, и панов вельможных не разгонит скуки адской. И что в туманной доле зорь поясная блеснула, то московский проходимец по немнейших приклянулся. Мой Дмитрий, мститель грозный, беспощадный, Божий суд. И Божия кара за царевича малютку, жертву власти ненасытной, жертву алчности и злобы, царя злодея Годунова. Разбужу магната в сонный, блеском золотой добычи, заманю я шляхту. Не только краску, отношения. Я тебя попросила улыбнуться, но не улыбнуться, как Анастасия, а как Марина. А Марина злыдня, улыбка змеиная. И отсюда рождается вот это вот, знаешь, польская, конечно, вот это вот все рождается, понимаешь? Ну, ты вообрази, что ты полька. Почему нет? У нас во всех течет много крови, вы это знаете, начиная с татаро-монгольского ига. Поэтому употреби все то, что в нас течет. Давай. Откуда? Нет, 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 раньше, раньше. Откуда? Прям со скучной Марине. Поскучай. Лениво. Не надо. Так, скучно. Убери ручки, пожалуйста. Тоже. Скучно, Марине. О, как скучно. Скучно так, вместо скучно поешь, и получается вам пупа. Все, уже я тебе не верю. Поняла? Давай. Скучно, Марине, о, как скучно. Да. Как-то длительно и вяло, дни за днями не длятся. Потому что есть о чем поговорить. Не изображай томительно и вяло. Как томительно и вяло? Нет. Проговариваешь все. Ты дойдешь до главного, когда про Дмитрия будешь петь. А сейчас ты очень много хлопочешь. Между делом. Скороговорка. Давай. Как томительно и вяло, дни за днями не длятся, пусто, глупо так, бесплодно. Целый сон князей и графов, и
они у тебя все время в одном состоянии. Давай, давай, давай. И тогда и в голосе краски появятся. У тебя хороший голос, ничего не могу сказать. Высокая мэтца, ты так, я так понимаю, да? Ну, его надо использовать. Тем более Марина поют и мэтца-сопрано, и драматические сопрано. Вот у тебя как раз тот самый голос, когда позволяет, который позволяет это сделать. Все у тебя. И мне кажется, ну, ты какая-то вот... Ты поешь, что скучно Марине, а мне кажется, скучно Зое. То есть Анастасии. Понимаешь? Вот ты как-то вот... Такая музыка шикарная, прям хочется, знаешь? Давай. Не разгонит скотный пот. Маша, побери. И что в туманной доли зорькою? Не разгонит скотный пот. И что в туманной доли зорькою? Почему такая спешка? Да, чуть-чуть. А почему такая спешка? Я просто устал, она ушла вперед. Вот. Понимаешь, в чем дело? Ты должна оттолкнуться от аккорда, который тебе покажет, что он где-то в туманной дали. Раз оттянул, а девушка лежала... Я поняла, я поняла, да. Не разводит. Адской. Послушай. Бам! О, блин, что? Не разгонит скоты. Ой, вот, вот. Не разгонит скоты. Еще раз с этого же места. Вообще это штампы. Ну, и штампы у нас поют. Я же здесь что-то... Ну, не важно, не важно. Да, она какая-то... Там тоже сверхушка, где там сверхушка. Там тоже соль, если ты здесь. Так, давай, 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 давай. Тогда знаешь, что сделать? Не разгонят скуки адской. Да. Лишь она, что... Там. Вот акцентируй на там и заведи нас туда, что ты, о чем ты сейчас представил и что ты видишь. Нарисуй картинку, чтобы нам всем было интересно, потому что я тебя не понимаю вообще. Ты вроде на русском поешь. Давай. Не разгонит скуки отстань. И что в туманной доле свой поёс, своё песно, то московский проходит, а не мешит приглянуться. Давай. Вот не убирай зло тебе.
Сергеевна или Марфа гадает вот так вот, прям, давай, ровно. Не убирай, ты привыкла так. Ужасно это. Ты лучше это сделай изнутри. Какой краской спеть. Это не так просто, это не так просто. Тем более Марина Мнишек. Маленькая партия. Но она остается в голове, потому что она очень красивая, очень изящная, очень противная. Понимаешь? Давай, вот ты такую даешь. Мой царевич, мой царевич, мой царевич, это Марина так не может петь. Мой царевич, мой Дмитрий, мой жених. Нижний регистр, он у тебя вообще имеется? Вроде да. Да? Ты не то взяла? В смысле, конкретно? Да. Я вообще пускай ничего не пою. А зачем сейчас поешь? Потому что это у тебя абсолютно не сделанная вещь. То, что она у тебя прозвучит, я не сомневаюсь. Но она будет звучать... Не хочу говорить на уровне чего, понимаешь? Мой царевич, мой Дмитрий, мой жених названный. Это та редакция, я знаю, которая. Мой жених, а вы что боитесь? Мой жених названный. Вот за счет укуса букв ты можешь вылезти. Потому что если ты сдаешься, ты такая, не свою партию взяла, первое, что мне пришло в голову, понимаешь? Давай, попробуй. Надо выкручиваться. Мой царевич. Мой царевич, мой Дмитрий. Вот, понимаешь, мелкое произношение. Мой царевич, мой Дмитрий. Нет. Мой царевич, да. Мой Дмитрий, мой жених названный. Да. Я же не поверю, не тот любовный. Вот здесь ври, ври. А ты впрямую. Нежный блин. Ничего подобного. Нежным лебедом любовным. Ну, ври ему все время, даже когда его здесь нет. Нежным лебедом любовным. О, опять пошли волны. Нежным лебедом любовным. Слух поночи. Очарую. Чары. А чер не бывает. Нежным лебедом любовным. Слух поночи. Панне не можем быть. Панне. А, панне. Панне. Тогда первая буква П, я не понимаю. Панне Мнишек слишком скучны, страсти томны, излияния. Ты чего все впрямую это поешь? Как сделать, чтобы это было понятно? Что а я тебе сказала, почувствуй себя не Анастасией, а Мариной Ивановной Мнишек. Вот так вот буду говорить, да? Войди от ее лица, спой, поэтому, а ты сейчас от своего лица поешь.
И у тебя тут девочка хорошенькая с молодым голосом, понимаешь? Давай. Как не мнишек слишком скучный, страсти томной излияния, пылких юношей мнения, речи пошлые магнатов. Не торопись. Мнишек славы хочет, он грех. Ты что опять прямой поешь? Славы хочет. Тебе кто-то ее не дает? Панни Мнишек славы хочет, панни Мнишек там что-то славы, ласки жаждет. Ты себя позиционируй вместе с ней, а то ты вот прям хочу, дайте мне, никто не даст. Диктуй. Панни Мнишек славы хочет, панни Мнишек власти жаждет. Царей московских я царицей сяду. Рисуй себе картинку вот там вот, после задних рядов, да? Давай, на. На престол царей московских я царицей сяду. И в портфеле золото тканы, солнце за полистаю. Но красой своей чудесной я отражаю как пыль пустой. И стану поярче члены, ты чё в себе? Нет, не дело не в этом, потому что ты вокализируешь. У тебя мысль не идет впереди пения, она обязательно должна идти впереди. У тебя же нет здесь проблем с вокалом. Я слышу, что их нету. Просто ты вокал свой поставила вот во главу угла. Нельзя, нельзя. Вокал во главе угла до тех пор, пока мы работаем в классе. Как мы выходим на сцену, все, мы уже себе не принадлежим. Ты сейчас кто? Браво, ты Марина Мнишек. Вот и веди себя как и пой, как Марина Мнишек, а не как Настя Медведева. Понимаешь? Вот, пожалуйста, вот с этого места, ну, забудь, забудь обо всем. Потому что действительно вокал — это твое личное, это твоя кухня, еще раз повторяю. Понимаешь, это надо работать над этим. А так как ты стоишь уже на этом возвышении, ты что-то должна принести людям. Они первый раз слышат эту арию. Я не впрямую говорю. Понимаешь? Ну, кстати, может быть и так, потому что это всегда купируется. Скучно Марине у нас тоже не шла эта сцена. И с Рангони не шла, потом что-то ее тоже скупируют. Шел только фонтан. Поэтому могли и не слышать. Ты будешь первооткрывательницей. И, пожалуйста, чтобы люди поняли, о чем ты поешь. Давай. Это очень немаловажно. На престол царей московских я царица и все. Слова оскорбительные в сторону москвичей. Тупо-москали. Да, тупоумные москали. Поэтому это надо четко произнести. Понимаешь? Давай. На престол. На престол царей московских я царица и сяду. И в портфеле солнце тканы, солнце за блистаю. Под красой своей чудесной я сражу, да? Ну вот это вот я здесь стою рядом с тобой и просто слежу за каждым словом. В зале этого не могут делать, потому что, во-первых, расстояние, но то это не во-первых, это во-вторых. А просто вот больше ничего не слышно. Ты подумай, о чем ты поешь, у тебя сразу встанет на место все. Не кричи, не кричи. Давай. Красой. Не устала? Нормально. Красой. Да. О, красой своей чудесной я стражу. Сражу, ты не пробивай, я сражу. О, красой своей чудесной, я сражу тупой москали, и стану майорки члены, бичом себе за старые. Ну и чё, взяла?
заставлю! Понятно было, понимаешь? Еще разочек сделай. Оттуда же. Да. Ты простая, сказка пыля, не певица, гордую свою царицу, тупоумные скали. Да. А? Ну да. Господи, смеяться даже вас не учит. Нет. Все, молодец. Спасибо.